Записать с вами видеообзор на такое приложение, как психосостояние. Почему именно на это? Потому что уже я уже говорила то, что у всех пошла мода на вот эти всякие ваш психологический возраст, ваша психологическая порода собаки, дата смерти, там, я не знаю, все, ваше психологическое имя, вот. И поэтому, но иногда вы проходите, например, 50 тестов всяких разных, да, там вопросы всяческие, вот. А когда нажимаете посмотреть результат, вам говорят, отошлите смс-ку, с вас будут сняты средства или еще что-то, вот. Конечно, жаль за потраченное время, хотя пишут, что бесплатные. Так вот, мы же скачиваем наши приложения в официальном магазине Windows 8.1 профессионал. Вот, и смотрим, есть ли какой-то подвох в этих тестах, дает ли он нам сразу результат, не нужно ли отправлять сообщение, вот, и вообще не снимает ли, ну, не просит ли за это какую-то плату через магазин. Вот так вот. Так что нажимаем. Вот наше психосостояние, это категория развлечения. Вот. Нажимаем на приложение, смотрим, что мы здесь видим. Кнопочка «Установить», описание на русском, скриншоты всяческие, типа как картиночки. Вот. Чем-то похож на тест IQ. Там тоже, ну, по крайней мере, тот, который я проходила, там были вот такие всякие картинки, такое, всяческой разной формы, и нужно было выбирать пару, например, ну, я проходила в таком формате. Оценка 4,2 весьма неплохо, потому что всего 51 оценка. Вот, нам здесь встречаются только хорошие комментарии, ну, мы посмотрим, что же будет с самим приложением, потому что есть и негативные оценочки. Вот, сведения, русский язык, замечательно. Вот, ну что же, нажимаем кнопку «Установить» и будем устанавливать наше приложение. Вот, загружается наше приложение «Психосостояние». Загрузилось, открываем. Так, что мы здесь видим? Узнать, насколько вы уверены в себе, объективно оценить ваше психологическое состояние на данный момент поможет этот графический психологический тест. Дальше читать не буду, все, начинаем начать тест, посмотрим, даст ли он нам результат. Что мне показывает? Ну, я буду выбирать так, в принципе. Наугад. Ваше состояние. Всего 4 картинки и все. В глубине души вы считаете себя всегда правым и непогрешным. Но и вы подвержены внешнему влиянию. Есть 2-3 значимых для вас человека, перед мнением которых вы пасуете и сдаете свои позиции. И все же, обладая рациональным и аналитическим мышлением, стремитесь найти золотую середину между собственными взглядами и теми ситуациями, которые ставят вас перед вами в жизнь. Помогает то, что инстинктивно вы выбираете правильный путь. Вот, ну, в принципе, где-то есть доля правды. Вот. Что отмечаем? То, что результат нам дался бесплатно, ничего за это не запросив, можно оценить приложение. Вот, можно пройти его еще раз. Например, что я там выбирала? Я выбирала волну, выберу стрелочку, потом пустой кружочек, потом нейтральность какую-то и так вот. Вы стремитесь найти свой путь, хотя пока плывете все больше по течению. Ну, в принципе, меняются результаты, что радует. Вот. Все. В принципе, нормальное приложение, можно проверять свое психосостояние. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления, будет еще много чего интересного.